Здравствуйте, дорогие друзья и враги, и те враги, которые проиграли во время неудавшегося покушения на президента Трампа. Им тоже большой привет, но они вообще живут с приветом, да? Но им привет, привет проигравшей стране, потому что многие мечтали, и многие левые преступники даже публично печалились о том, что покушение не удалось, но так или иначе, это большая победа личности и вообще мировой истории над левацким злом, что покушение не удалось, хотя погиб один из зрителей и приличный человек, который спасал свою семью, который поддерживал президента Трампа, и это, конечно, настоящая трагедия. Как вы догадались, я хочу сказать несколько слов о произошедшем, о попытке, о покушении на Трампа. И сейчас, вот ночь, раннее-раннее утро, Москва, вы знаете, что в жару я всегда гуляю в Москве по ночам, потому что днем ну, просто абсолютно невозможно. У нас как, зимой холодно, и солнца не дождешься, потом солнце появляется, но оно выжигает просто все, что живое, сразу вот наше такое грозящее солнце выжигает. Поэтому я нахожу отраду в ночных прогулках. Главная проблема, что нет приличных ресторанов, кафе, которые бы работали ночью. Это просто катастрофа. Москва – великий город, очень экономически успешный, по-настоящему процветающий. И у нас масса прекрасных ресторанов, но просто катастрофа, что нет достойных ночных. Ну, в общем, перебиваемся, как можем, что поделать. Сегодня, когда стало известно, сегодня, когда произошла эта трагедия в США, я, конечно, был первоначально в бешенстве, и это можно было просто только орать по негодяям-левакам, по преступникам, по террористам. Но, вы знаете, надо беречь энергию, надо беречь силы, потому что борьба, война, которую объявили нам всем левые, и левые террористы, и исламистские террористы, и краснофашистское государство Китай, это очень долгая борьба. Очень долгая. И здесь мы должны понимать, что это забег на длительную, на большую дистанцию. Мы должны беречь энергию и силы, беречь, так сказать, наши кадры и все энергию. Поэтому я сейчас не кричу, а вот, так сказать, говорю в мягком смысле. Ребята, помощники, говорят, нет, надо подождать, пока там отработают, уйдут со второго плана, что-то уберут и прочее. Говорю, ну зачем? Во-первых, все в жизни, все несчастья не переждешь. Это приму. Второе, что должна быть какая-то естественность, понимаете, естественность. И вот видите, естественность, вот она очень сомнительна. Хотя, да, вроде бы какой-то левацкий гопник, 20-летний, сам стрелял, винтовка. Но говоря о причинах и возможных заказчиках, давайте подумаем. Левые преступники призывали к расправе над Трампом уже очень много лет. Но это покушение, которое вполне могло удастся технически, оно произошло только тогда, когда Трамп победил, очевидно, прошлые дебаты с международным преступником Байденом, потрясающие леваки, вот у них сочетание. Он преступник Байден, но преступник в деменции. Это новое, это практически новое для мировой истории. Были жестокие звери, хитрые, мерзотные, очень опасные. Но вот это сочетание преступности и деменции, как бы Альцгеймера, Паркинсона и терроризма, это что-то феноменальное, это новое явление. И, собственно говоря, все леваки и так называемая Демократическая партия США, которая является террористической организацией, вот это явление бандитов в деменции. И так вот, это преступление, этот теракт в США произошел непосредственно после того, как Трамп стал абсолютным
лидером президентской гонки. Это, я думаю, что не случайно. Я не утверждаю, что, так сказать, действительно был прямой заказ, но что очевидно, что мы должны понимать, кто виноват в этом теракте. Вот что можем утверждать на 100% научно, юридически, криминалистически, как угодно. 100% вина лежит на левых в Соединенных Штатах, на всех левых, левых в так называемых СМИ, пропагандистских левых СМИ, где ежечасно, не ежедневно, а ежечасно призывали к расправе над Трампом. Накануне теракта государственный преступник Байден призвал ровно к тому же публично на мероприятии. Ежедневная травля в соцсетях со стороны вице-президента этой недоделанной, не пойми, так сказать, какой Камалы Харрис, которая клеветала, она каждый день клевещет, каждый день эту клевету разоблачают, то есть она обманывает, что Трамп сказал то, он этого не говорил, это, то и прочее, прочее. Таким образом, зомбируется гопота, безмозглая гопота. Вот этот вот сосунок 20-летний, который ничего в жизни не знает, не видел, образования нет, он никогда не работал, ничего не делает, он пошел убивать. Или кто его послал, кто его зомбировал, может быть, кто его, так сказать, загипнотизировал. Это старая, так сказать, штука медицинская, можно загипнотизировать и так далее, и так далее. То есть 100% вина в совершенном теракте и в гибели человека, гражданина США, она, безусловно, на левых и на членах Демократической партии США. Было ли это заказом? Потому что действительно очень странно, и секретные спецслужбы не реагировали на то, как зрители обращали внимание, что они видели стрелка и показывали секретные службы, вот он там ползет наверху, и никто не реагировал. Но вы знаете, что степень глупости приматов и степень непрофессионализма тотального во всех сферах, в сферах там от инженеров, историков, биологов, вирусологов, степень непрофессионализма до секретных служб, она сейчас в наше время какая-то катастрофическая. Вот об этом мало кто думает. То есть непрофессионализм во всем. В том даже, как в ресторане что-то подавать, что как делать, нарезать, как чего подносить, как, так сказать, какую, значит, полотенце на какой руке. Это все явление тотальное и пронизывающее нашу эпоху. Непрофессионализм. Поэтому секретные службы, два варианта, либо, ну, 50 на 50, либо они полностью профнепригодны, что возможно, это я не исключаю, да, либо действительно это было спланированное, по всей видимости, но это уже известно, что в спецслужбах США есть зомби, настоящие зомби из числа левых фашистов, которые и саботировали действия Трампа на посту президента, и вредили Соединенным Штатам, и готовы вплоть до убийства. То есть до такой степени зомбированные террористы, они его ненавидят, достойных людей, личность, закон Трампа, собственно, и так далее. Но что отрадно? Вот президент Трамп. Наша левая гопота местечковая, она часто ненавидит, кричит, что вот он не читал там, что он не сходит с ума по стихам Пастернака. Президент США, он и не должен быть такой. Это не дедушка на заваленке в Переделкино, который в потертом свитере читает странички старые. Нет. Это должен быть крутой, дельный парень, который держит порядок в стране, в мире и дает развиваться экономике, обществу и так далее. Это Трамп именно такой. Он именно такой. И обратите внимание, насколько блестяще эта личность Трамп себя повел. Когда колоссальная опасность, он ранен, течет кровь, пробита, так сказать, кожа, да, и неизвестно, стрельба продолжается. И он вместо того, чтобы трусливо, под давлением охранников, которые прижимают его к полу, нет, он поднимает руку и показывает призывный жест, победный жест своим сторонникам, гражданам Соединенных Штатов, а на самом деле всем нам. Потому что это жест, который означает победу всех здравомыслящих, свободных и думающих нормальных людей во всем
мире, это жест свободного человека, личности и храбреца. Обратная ситуация с ублюдком Байденом, который, как вы знаете, буквально 2 дня назад отказался под всей охраной, он же официально является президентом, хотя он липовый президент, под всей федеральной охраной отказался на минуту выйти к гражданам США навстречу, потому что он боялся, потому что тот городок, он доведен до того, что банды африканцев официально могут грабить на 1000 долларов, на что-то грабить, и они ходят по 20-30 штук и грабят магазины, убивают и так далее. И президент США испугался под федеральной охраной выйти на минуту к народу. А настоящий президент Трамп, он не испугался после того, как в него было попадание пули, он не испугался, так сказать, показать свое лицо, личность и храбрость. Это, конечно, абсолютно феноменальный человек. И вдумайтесь, Трамп мог почивать на лаврах, на своих огромных капиталах, на деньгах и не рисковать, не мучиться. Каждый день он испытывает травлю, давление, унижение, суды. То есть это такого ублюдства не выливали, наверное, практически ни на одного человека политического в мировой истории последних 100-150 лет. И какой надо иметь характер, какую надо иметь честь, чтобы сражаться и держать прямую спину. Вот Трамп в этом смысле настоящая личность, в отличие от левых подонков и отребьев. Реакция. Какова реакция? Левые – это они показали, что они абсолютно конченые ублюдки, все левые, все СМИ, все CNN, все эти посты, все Таймсы. Они писали, что первое, ну вы знаете, об этом сообщали, это не стрельба, а хлопок. Второе, что Трамп упал. То есть они лгут. В Трампа было попадание во время теракта, попадание пули, кровь, и его, значит, спасали и увлекли вниз службы охраны, и что он упал, и он ушел после того, как упал. Это ублюдки. Понимаете, левые очередной раз публично, официально сами подписали, что они подонки, гниль, ублюдки и пособники террористов. И первое, что они сделали, они кого? Левые всегда что? Они обвиняют жертву, ровно как и с исламистскими терактами. Всегда левые обвиняют не исламистских террористов, а жертву, кого исламисты убили. То же самое так и здесь. Трамп – жертва левака, но леваки обвинили его. И это публично, и это крупнейшие федеральные СМИ США, это абсолютная такая, это парад, мы наблюдали парад ублюдков, леваков, левых СМИ. Реакция таких же леваков, наших беглых, значит, за рубежом. Вот я повторяю, против меня политические репрессии, но я сейчас нахожусь где? Я нахожусь в Москве, в столице Российской Федерации, под всеми репрессиями, под угрозой жизни, под ежедневными угрозами расправы. Я уж об этом не говорю, но ежедневно я это получаю, как, кстати, и Трамп. Но я нахожусь в Москве. А левые местечковые ублюдки, которые бежали, не все, кто бежали от репрессий, ублюдки есть прекрасные, замечательные люди, но левые леваки, они открыто поддержали теракт и печалились, что Трамп не погиб. И вы все эти имена знаете, все эти названия знаете. Они многие признаны здесь, нашей системой уникальной, террористами и экстремистами. И что я хочу сказать, что это вот такой парадокс, когда за то, что их здесь признавали, их, конечно, нельзя, это репрессии, нельзя признавать. Но за то, что они поддерживают терроризм, они действительно террористы и экстремисты. Просто абсолютно научно, юридически, вот, ну, фактически, по факту. Потому что они поддержали, покрывают и поддерживают теракт, что недопустимо ни в каких видах. Поддержка, запомните, поддержка терроризма любого, любой вариации, ни в каком виде абсолютно для человека невозможна. Она должна быть чревата минимум долгим тюремным заключением, либо смертной казнью, потому что любое пособничество и пропаганда терроризма приводит к самому этому терроризму. И вот эти неприкрытые
блюдство, которое мы читали за последние несколько часов, когда наши, вот я повторяю, вот эти беглые леваки, московские, питерские, там писали, поддерживая теракт, но это за гранью. Они после этого, я хочу обратиться к тем, кто меня слушает, я знаю, что и тех меня слушает общая аудитория. Ребята, вы сошли ли с ума? Я же давно говорю, нельзя слушать их, я не хочу пиарить, называть эти имена, они в перечне террористов-экстремистов, но они действительно террористы-экстремисты, но я повторяю, вот из-за этого, из-за поддержки терроризма, а не потому, что там они не согласны с какими-то действиями системы. Это вот так бывает, потому что в истории все очень много разных форм. В истории действительно, как вот везде, там, в мебели, там, в растениях, много разных форм и сочетаний. Вот здесь сочетается так. Хотя есть прекрасные и русские оппозиционеры, протестные, так сказать, ребята из протестного движения, которые против терроризма, которые поддерживают Трампа, которые понимают, что он явление абсолютно позитивное и так далее, и так далее. Они есть, и они тоже под репрессиями, но, к сожалению, их глаз менее слышен, и они не получают грантов, в отличие от этих ублюдков. Эти левые ублюдки как раз получают гранты террористической организации под названием Демократическая партия США. Это в прямом смысле террористическая организация, потому что они поддерживают палестинских террористов, Хамас, деньгами, они спонсируют терроризм. Потому что они поддерживают и, возможно, были организаторами теракта внутри США на Трампа и так далее, и так далее. И они же, кстати, запрещали расследовать преступления Китая, потому что китайский лабораторный вирус, который был потерян в лаборатории в Ухане, это тоже надо было, безусловно, расследовать. Погибли десятки миллионов людей по всему миру. И леваки покрывают до сих пор Китай. И реакция, конечно, я хочу сказать, что самая ублюдская и позорная реакция на произошедший теракт мы видим со стороны огромной части, не всех, я хочу подчеркнуть, не всех, но огромной части украинцев, которые, конечно, недостойны слова «украинец», а только на букву «Х», извините, в общем, может быть, даже на букву «Х» совершенно не то слово, что вы подумали, более жесткое. И вот, дорогие мои товарищи украинцы, знайте, посмотрите на именно аватарки фото тех, кто поддерживали и радуются теракту против Трампа или жалеют, что он не получился. Это ваши настоящие враги. Это те, кто изначально провоцировали, разжигали и разжигают конфликт. Это те, кто делают из Украины провинциальная жуткая репутация на хлебническое, даже не государство, а территорию, это настоящие ублюдки, настоящие террористы и фашисты. Потому что человек, который может оправдать то, что случилось, это уже не человек. Они полностью расчеловечены. И я это наблюдал вот за эти несколько часов в соцсетях. Я смотрю, кто радуется или кто пишет мерзости. Это обязательно огромная отожратая харя, которая сбежала из Украины, которая не то, что там, они все кричат, какие они патриоты, но они сбежали. И это нахлебники, они живут на деньги американских налогоплательщиков, на деньги Трампа и желают ему смерти. Это ублюдки, вы, украинцы, которые желаете смерти Трампу и любому человеку, Трампу, который первый вам дал серьезную, так сказать, защитную амуницию, огромные бюджеты, и при нем не было взрывов. При нем не было конфликта при Трампе. Когда все началось? При ублюдке Обаме, при Бараке Хусейне Обаме все началось. А кто заведовал внешней политикой ублюдка и преступника Обамы? Заведовал Байден, как и сейчас. И сейчас все активно продолжилось при Байдене, а не при Трампе. Но этот лжец и подлец, как и все леваки, леваки всегда их конек, они обманывают красивыми словами толпу. И вы опустились все до уровня толпы, не личности, а толпы, то есть дерьма. И вы поверили, ой, вас называют великими, какие вы, какой вы нахуй великий, у вас нет ничего. У вас нет своих денег, бюджет, у вас нет своих границ, у вас нет, у вас сбежало, полстраны просто нахуй сбежало, какие нахуй великие. Посмотрим, что у вас будет потом. Вот тогда поговорим. И я вам давал советы, и я подставлялся, и мне все перекрыли, запретили, мне угрожают жизни за то, что я был
так сказать, против страшных вещей и хочу остановить гибель людей и так далее. И вы не слушали, поэтому начался ад, потому что вы не слушали. И здесь, и там. Меня не слушали, я вам советовал. Я вам почти 8-9 лет, кстати, вы, где вы были там? 800 лет, да? Я вам советовал, что делать, чтобы не было проблем. Вы делали наоборот, проблемы начались, и сейчас вы все ухудшаете. И вы совершенно сумасшедшие, что не понимаете, что по факту все происходит ровно в правлении значит, леваков в США и по миру. Это именно леваки либо устраивают, либо терпят лицемерно. И, так сказать, вам красивые словечко выкинули, какие вы великие, и вы жрете это словечко, жрете как крючок, как рыбка, как дебильная рыбка вот это, знаете, а вас уже тянут, вытягивают, уже жарят, уже сожрали вас. Но правда, к сожалению, не всех у вас, многие такие разожратые на аватарках морды, те, кто желают смерти людям и Трампу, у этих украинцев почему-то страшно разожратые морды. Они сожрали коррупционный бюджет Украины, бюджет Европы и так далее. Вы понимаете, вот у меня огромное количество людей, знакомых всех уровней, в США, во Франции, в Италии. Они все против, значит, того, что происходит в России последние годы, но они уже возненавидели, они охерели от вас, от беглых украинцев, которые приехали на огромных машинах, которых нет у немцев и французов, нет таких денег, и у них со вкусом все в порядке. И мордатые тетки сидят по салонам красоты, на курортах, обжираются, в шубах ходят. И какие же они беженцы, то есть они туда-сюда, а дни рождения и Новый год они в Украину. Это же за гранью абсолютно. Вам Польша и Германия дали все. Просто вообще бесплатно в ресторанах обслуживали. Это в мировой истории такого не было. В мировой истории не было, чтобы бесплатно в ресторанах обслуживали. Но вы довели. От вас охуела Европа. Не от всех. Есть прекрасные, есть работящие украинцы. Я их поддерживаю, я их спасаю, я их защищаю. Это изумительные люди. Но есть и просто ублюдки-нахлебники, которые всех ненавидят. У вас все плохие. У вас плохие американцы, вам не додали они чего-то. А вы что дали Америке? У вас плохие голландцы. Голландцы вам не додали танков. Какого хуя вам должны какие-то голландцы? Где вы, где голландцы? Вам не додали, это французы не додали, вам очень плохие у вас венгры. Какие у вас венгры? Поляки ужасные у вас. И русские, и все. Японцы вам не додали. Все вам мало, и вы еще хотите смерти тому, кто сдерживал конфликт, то есть Трампу. Поэтому я повторяю, вот те украинцы, которые думающие, прекрасные, которых я поддерживаю, и которые действительно страдают от нынешней ситуации. Есть там изумительные люди, просто, я всем сердцем и просто прикрываю, вообще и физически иногда прикрываю, спасаю жизни этих украинцев. Вот послушайте, те ублюдки мордатые, которые гадят и которые желают смерти Трампу, это враги ваши личные, личные враги. Это враги Украины, это враги всего цивилизованного мира. И поймите, если останутся леваки, если они продолжат замещать население, то есть нас, белых людей, замещать в Европе, в США, намерены замещать, вам же каюк. Потому что никакие африканцы вам ничего, никакой помощи не окажут. У них этого и в мыслях нет, не было никогда. Им плевать на вас. Они там спокойно сколятся, разграбят Париж и так далее. Вы вдумайтесь в это. Вам даже вот эти деньги, которые вы на хлебнике прожираете, европейские, вот исламистские террористы и обколотые негры, они вам их не дадут, они их даже не смогут заработать. Потому что вы приезжаете на север Парижа, там никто не работает из оккупантов африканцев. Откуда вы их возьмете, если не будет Трампа, если не будет правых? Вдумайтесь в это. А вы же все годы жили на займы, которые вы не возвращали. Ваш клоун до того, как вы, идиоты, его избрали, я говорил не избирать, он же шутил о том, что... Посмотрите, есть номер. Он шутил, что мы гениально, мы берем кредиты, просто не возвращаем их. Это у вас на Украине. Вот вдумайтесь в это. И пересмотрите, что я вам говорил 5, 8, 10 лет. Что делать в экономике, в военном деле, в гражданском? И я говорил, не надо маяться дурью и нести деньги попам. Попы вам не помогут, они не помогли. И я сколько раз говорил, вот молятся, чтобы только бомба не прилетела, молятся. Просто несут деньги попам, чтобы не прилетела бомба. Бомба прилетает, убивает,
они опять несут деньги попам. Ну вы что, вы совсем, вы ку-ку? Это не только у вас, это везде. Так получается, брать? А чего же вы не брать? Смотрите, распил бюджета на псевдопатриотизме и коррупции. Это и там, и там. Это что, не брать? А тогда чего вы? Тогда вы чего, выебываетесь? Давайте идите. И реально, тут же лучше. Мы же это самое, мы же здесь, вон все, а рассвет уже все заметнее, потрясающе. Москва, вы здесь все учились, вы здесь все работали, подрабатывали. В 14-15, в 16 году тоже. До 22-го года. Ведь все вот это, все было в подработке. Что, не было, что ли? В Германии, во Франции, в Италии, как проститутки, здесь, ну не все, были работящие. Я в Италии знаю потрясающе много изумительных девчат Украины, которые не стали проститутками, что удивительно, а работали, вкалывали и вправляли мозги итальяшкам, которые очумели от красоты и радости жизни, от комфорта и пускали к себе дикарей. Они еще понимали что-то. То есть разные есть, очень разные. Я их поддерживаю. Думающих, хороших, кто работает, их я поддерживаю. Я вот сейчас пришел и думал на открытую террасу. Это катастрофа. Москва. Где русский мир? Я вышел на открытую террасу. Почему остался здесь? Потому что на открытой террасе, ну где все? Бородачи, которые надо всех проверять на ваххабизм. Бородачи, шмары, проститутки с мандавошками. Вонь жуткая от кальяна. Ощущение, что я на грязном Востоке, а не в европейской, в Москве. И так далее. Вот до чего тоже довели. Это отдельная проблема. При этом изумительно, совершенно изумительно, что нам нет, все нормально, да, все в порядке, все нормально. Что еще? Изумительно, когда ночь и рассвет. Вот сейчас я хочу скорее заканчивать это видео, потому что рассвет, я буду его встречать. Встречать рассвет — это всегда сказка. Я люблю встречать рассвет в Москве, в Петербурге, в Риме, в Амстердаме, в Париже и так далее. Это нежная сказка. Знаете, рассвет – это маленькая весна. Весна суток. Поэтому, друзья мои, значит, я повторяю, я люблю всех думающих, работающих, нежных, добрых. Я люблю, обнимаю, спасаю. Я откровенно ненавижу подонков, лицемеров и прочее, прочее, прочее. Это очень простая, логичная, согласитесь, это очень логично. Это очень логично. И не мы, и не я объявили им, так сказать, войну. Нам несколько веков назад исламисты объявили войну. Левые, которых вообще надо все левые движения запретить, потому что они занимаются уничтожением, вредом людям и уничтожением, так сказать, государства. Левые нам объявили, что надо всех людей чистых, в воротничках, всех как класс уничтожить. Что этого не было, это было. И это осталось, они продолжают вот этот, по сути, экстремизм поганого, гнилого марксизма проповедовать. И на деньги несчастных, нищих совков, которые посылали наша разведка, они продвигали в университетах, прессе и в СМИ Запада вот эту левую блюдочную повестку, которая в итоге действительно уничтожает эти великие страны. Но не, вы не радуйтесь, мы же, наша цивилизация российская, советская, царская, она вся держится на изобретениях, достижениях Запада, и у нас вся одежда, вся кино, все эти Ален Делон, вся эта Катрин Денёв, все этот Феллини, и Пушкин Шатобриана, так сказать, переделал все Шатобриана в русское и был под влиянием Байрона и так далее. Это все наша общая европейская культура. А что мы видим в действиях леваков и восточных ублюдков, исламистских террористов? Они никак, я с вами говорю аргументами и глаза в глаза, они всегда нападают и стреляют только из-за угла, только со спины. Посмотрите, все дикари нападают на людей только со спины и из-за угла, на мосту тоже, на известном. И то же самое делают левые. Они не могут выйти с аргументами, спокойно поговорить и доказать делом, что они могут. Они могут только уничтожать и только бесчестно, потому что у всех левых, у всех дикарей, у всех террористов, у них никогда не было чести и достоинства, потому что они вообще не являются людьми. Это мусор. Ну что ж, дорогие друзья,
удачи, и я так рад очередной победе личности, потому что Трамп — это не важно, имя и национальность, и паспорт — это все мелочи. Главное — это личность, потому что он не испугался, потому что он силен, это высокий человек, это бизнесмен, это успешный человек во всех смыслах, и он победил. И судьба, а судьба есть не у всех, у большинства приматов, 8 миллиардов, судьбы нет вообще, а у него есть судьба, и она его много раз спасала и еще раз спасла. Я думаю, что будут продолжаться покушения и так далее, и так далее, но он уже показал всему миру класс, он показал жизнь. Почему я всегда с детства любил настоящих личностей? Наполеона Великого, изумительного режиссера Висконти, тенора Ласида Доминго, всех, кто преодолевает сложности и побеждает, потому что есть личность. Удачи, ну а я пошел гулять в рассвет.